Да. А фамилию вашу можно узнать? Почему я должна? Вам паспорт и фамилию. А вашу можно узнать фамилию? С управляющей организацией. А он на меня не распространяется? Он на меня распространяется. Откройте, пожалуйста. Паспорт мне, пожалуйста. Я покажу, покажите. Я сейчас паспорт не хочу. Паспорт мне, пожалуйста. Я сейчас нет, не хожу. Нет, подождите, вы что, человек живет сегодня, выходила, вы что вообще? Открой калитку, работает? Человек живет здесь. Это вы только продаете? Чего? Нет, я к вам предъявляю претензию, вы дверь держите закрытой. Вы лицо свое откройте. А? А ты кто, чтобы мы тебе лицо открывали? Ты кто такой-то вообще? Ну ты кто такой, чтобы я тебе лицо открывал? Если надо, они перелезут через забор, понимаете? Вчера перелезли через забор. Девушка, вы представитель? Я тебе дам представителя. Ты что там делаешь? Ну-ка открывай калитку, быстро. Уважаемый, пошел вон отсюда, быстро. Так, быстро все, свободны открыть. Все. Быстро. Свободны. Я тебе дам свободны. Фашисты. Плакат напиши, пожалуйста, большой, чтобы хоть тебя сфотографировать. Мы тебе на лбу напишем, если понадобится. Хоть тебе будет какой-то... Мужчины! Или не мужчины? Мы в гости. Мы в гости. Ну отпустите гостей. Все, пошли. Все, сейчас. Ребят, сейчас сходим. Давай. Рукам ее, по рукам. Давай. Охранников надо выпускать, но не заложников. Все на кухню, на собрание. Пойдем в коридор, там накурено. Пошли в коридор. Тихо, все молчим. Необходимо там, Саша, чтобы попытались связаться с префектом, вытащить сюда из префектуры представителей, выдержать, оставаться здесь до тех пор, пока не приедут сюда представители органов государственной власти. Это вина только властей, только Департамента жилищной политики и жилищного фонда города Москвы и правительства города Москвы. Ты помнишь? Ну, у нас гражданская война в стране. Тихо. Не, ну, конечно, я тихо. Иди сюда, мой зайчик. Иди, я тебя поцелую. А где полиция? Здесь полиция есть? Она сказала, чтобы мы разбирались сами то, что...